Мини-футбольный клуб «Тюмень» в очередном поединке российской борьбы-матч Суперлиги не сумел в Сыктывкаре одолеть местную новую генерацию. Хозяева, замыкающие таблицу, дали бой лидеру чемпионата. По ходу встречи тюменцы 5 раз вели в счете. Но представители республики Коми находили в себе силы отыгрываться. Результативным выдался первый тайм. Он уместил в себя сразу 7 мячей. 4 из них оказались на счету тюменцев. Дважды забил Сергей Абрамович. По одному разу отличились Никита Емельянов и Бруно Таффи. Вторая половина получилась менее результативной, но верх в этом отрезке взяли хозяева. Сначала они организовали 4-й гол, затем Камиль Гериханов вновь вывел тюменцев вперед. И это взятие ворот вполне могло стать победным. Однако за 10 секунд до окончания матча новая генерация вырвала ничью 5-5. Сегодня соперники проведут повторный матч.